Всем привет! Новая 53-я серия турецкого сериала «Кровавые цветы» выйдет 9 марта. С русской озвучкой эту серию можно будет посмотреть на следующий день. Если вы хотите, чтобы истинное лицо Дарьи было раскрыто, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Баран наконец-то понял, что Дилан все это время говорила ему правду, и она не виновата в том, в чем ее все обвиняли. Баран попробует разыскать человека, который ворвался в дом и хотел навредить Дилан. Но пока правда будет скрыта, потому что Дарья постарается сделать все так, чтобы Баран не нашел того человека. Феррат знает правду, потому что он подслушал разговор Дарьи, но он не расскажет об этом Барану, так как отец настроил его против него. Зато он теперь будет шантажировать Дарью, и она будет вынуждена сделать все, что попросит Феррат, лишь бы Баран не узнал правду про того наемника. Баран, защищая Дилан, каждый раз идет против семьи, и ему это очень не нравится. Он разрывается между Дилан и родственниками, которые все как один настроены против нее. Али узнает, что он богат, но это никак не повлияет на его отношение к Зюмрюд. Но Мине все время будет им мешать и не даст им быть вместе. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, тогда обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.